проводил тут еще одного человека, и очень интересный был тоже опыт у него, потому что он был подготовленный. Он был подготовленный мухомором. У него были свои погружения. И, кстати, очень приятно именно с людьми работать, у которых вот были вот такие опыт погружения, потому что с ними, во-первых, проще. Они, их во время трипа, например, можно включить такое понимание немножко, что они под мухомором. То есть немножко таких выдернуть оттуда, да? Не то, что выдернуть, а дать понимание, потому что, ну, что они под мухомором, потому что люди, которые в первые разы погружаются, они начинают себя воспринимать, я бог, и они тяжело воспринимают, потому что там стопроцентное понимание того, что ты бог, ну, это ты часть Творца, да, как бы, частичка Творца в тебе есть. И они прям вот, там нет у них такого, что ты не бог. Они видят, что он бог, ты его не переубедишь, и он начинает буянить. Вот. И этих людей надо держать, удерживать. Или там что-то внутри поднимается, какая-нибудь херь, да, внутри, которая начинает тоже буянить. Это когда неподготовленные люди. Поэтому лучше, конечно, подготовленный микродозингом, и лучше, конечно, если были опыты погружения, неважно какие. И вот человек, которого проводили, он первый день просто спал, дрых, хорошо поспал, а второй день он у нас орал. Но орал не сразу, то есть он тоже спал, а потом он так пробуждался, и он орал прямо от всей души, так вот, вот так вот прям орал, так это хорошо, так мощно прям так. На весь дом, как говорится, да. И как он нам описывал, что у него там была какая-то игра внутри. То есть мы-то думали, там он кого-то гоняет, а у него была внутри, может быть, он кого-то и гонял. А у него там была внутри как будто игра, как будто какой-то спектакль. И он вот это, во время этого спектакля орал. Он в первый, во втором дне орал, и на третий день тоже у нас орал. И его практически держать не нужно было, так немножко поддерживали его, потому что он там с кем-то бился. Вот, это я, кстати, покажу в реальных кадрах. Вот, и тоже все это интересно. А, и в третий раз я был подключен, и мы ему делали как бы экзорцизм, да, можно сказать. Мы демонов гоняли, подключение и все такое, ну, короче, всякую хрень. Вот, и мы это все убирали, мы вызывали ангела-хранителя. Для чего это делается, например, вызывается ангел-хранитель? Это делается для того, что все это убрать может сам человек. И то есть я являюсь просто проводником, тем человеком, который просто то же самое делают регрессологи. Я просто являюсь тем проводным, тем проводом, который, или не проводом, просто тот, кто направляет, тот, кто направляет человека принимать те или иные правильные решения. Вот, чтобы он сам все это сделал на самом деле. Ну и смотрим, короче, не забываем подписываться на канал, кидать лайки, донаты и все остальное, кто могет. Донаты тоже не забываем, кто может. И смотрим видосы, как говорится, реальные кадры. Все. Видишь их? Да. Ты видишь, они как что? Да. Как комок, как сгусток, да, да. Как что? Уходят? Уходят. Уходят, сами уходят? Нет, все пока. Ты помогаешь. И туда тянутся кто-то еще, вытягивается вообще. И оттуда вытягивается. Всех их убирай. Да. Ну, стоп, еще все, что убирай, тебе не нужно, все уходит. Все убирай. Все не нужно, убирает отовсюду. Отовсюду не нужно, убирает. Все, стягиваешь.
Свои только здесь, свои. Да, только то, что нужно тебе. Только то, что нужно мне, да. Только то, что нужно мне. Собираемся только то, что нужно мне. Что они делают? Уходят? Собираемся только то, что нужно мне. Это вот медузы вот эти, да? Уходим то, что мне не нужно. На меня сконцентрируйся. Уходим то, что мне не нужно. Меня слышишь? Да. То есть, что они делают? Уходят? Уходят, которые ненужные, уходят. Да. Уходят? Ненужные, уходите. Скажи, короче, смотри, да. Определи их. Ты их видишь? Ты их видишь? Типа, это. Ты их видишь? Ну, вот эти медузы, ты их видишь? Которые вот здесь ну, вот типа рядом находятся. Да, вот смотри. Да, ты их уже определил и обозначил. Скажи, я тебя вижу, тебе надо уйти. Меня, да, видишь. Ухожу, да. Ты их видишь, уходят? Да. Все, уходят? Уходят. Все, уходят, уходят бесконечно. Уходят! Ушли? Да. Отлично, что еще есть? Что еще мешает жить? Ищи, где они еще есть. Все плохое, сконцентрируйтесь. Все плохие, да, концентрируйтесь ты, вот здесь. Ты да. Хочешь их увидеть в одном месте? Да, да, хочу всех вас в одном месте увидеть, плохие. Видишь? Все, что тебе мешает. Сгуститесь по центру, да. Да, да, все, видишь? Вижу. Скажи, что ты все их определил. Я вас всех определил. И они должны уйти немедленно. Уйти. Уходите немедленно. Уходите. Уходят? Нет, пока. Давайте. Чего, что им нужно? Скулят. Скулят? Да. То есть они что, не хотят уходить? Ну, непонятно. Сгущаются между собой. Да. Ну, то есть они не слушаются тебя? Ну, типа, да. Смотри. Теперь знаешь, что делаешь? Мы с ними не сюсюкаемся. Ага. Вызывай своего ангела-хранителя. Так. Сверху открывается свет, и сверху спускается твой ангел-хранитель. Сверху. Видишь? Видишь, сверху спускается. Видишь? Сверху открывается свет да. И спускается. Да, да. Поздоровайся да. С ним. Здравствуй. Да, да. Вот мой хранитель. Да. Помоги мне убрать все, что мне мешает. Да. Попроси его. Попроси его, чтобы он убрал все, что помоги тебе мешает. Мне то, что, это, помоги мне, пожалуйста, то, что они мешают убрать. Помоги мне то, что они... Убери всех. Которые тебе мешают. Можно я тебя поймаю? Где ты? Убери всех, кто меня... Да. Всех, да. Чтобы он убрал всех. Убери всех. Да. Всех, кто мне мешает. Всех, кто мешает. Всех убери. Что он говорит? Убери. Что говорит ангел? Убери. Ангел что говорит? Убери. Что говорит? Убери. Убери? Убери, да. Ангел убирает? Да, говорит, убери. Ты, мне говорит, а тебе говорит, убери. Убирай, давай ты убирай. Убери. Ну, убирай, если убери ангел говорит. Убери себе. Убери. Убирай. Убирай. Ангел должен, ты их должен убрать. Убирай! Попроси ангела. Ангел, помоги. Попроси его, пожалуйста, помоги убрать. Да. Помогает? Да, помогает. Убирает? Помоги убрать. Убирает? Да. Помоги до конца. До конца. Убери. Попроси его. Помоги, пожалуйста, убрать. Да. Помоги убрать. Всегда уважительно. Помоги убрать, пожалуйста. Помоги ангелу мой убрать их. Убирает он? Помоги их убрать. Все. Да. Помогает. Помогает? Убирает? Помоги, убери. Сколько будет помоги, убирать? Помоги. Сколько будет по времени убирать? Помоги, пожалуйста, ангел. Ангел. Сколько будет по времени? Помоги, пожалуйста, убрать. По времени? Пожалуйста. Помоги. По времени сколько будет убирать? Ангел, скажи, пожалуйста, сколько по времени будешь убирать? Сколько я буду убирать? Сколько ты? Да. То есть это твое решение? Ну, не знаю. Ты готов убрать все, что тебе мешает? Да. Убирай прямо сейчас. Просто бери как бумажку.
как но, просто бумажку, да, возьми, скомкай ее и выброси. И ангел увидит, как ангел, ты выбрасываешь. Помоги. Выбрасывай эту бумажку. Все, что тебе не нужно. Помоги, пожалуйста, выбросить эту бумажку. Выбрасывай все. Помоги, просто пожалуйста. Сам выбрасывай. Помоги, сам. Пожалуйста. Сам выброси. Помоги, пожалуйста. Выброси. Сам выброси. Брось ее. Брось эту бумажку. Сам брось ее. Так она, это, они опять собираться начинают. Сам возьми эту бумажку с комкой и выбрось ее в урну. Просто выброси ее. Представь, как она в урну выбрасывается и исчезает навсегда. Представь это. Она скомкивается и в урну выбрасывается навсегда. Ты ее сам выбрасываешь. Представил это? Представил? Возьми все, что тебе мешает. Взял? Все, что тебе мешает. Все, что тебе мешает, взял? А вот то, что тебе мешает, ты их видишь? Я так, вот сейчас не видишь? Да. Все вот это, все, что тебе мешает, возьми их. Прям возьми. С комкой, как бумажку. Старая бумажка такая. И выбрасывай их в урну. Все, навсегда. Они исчезают. Все. Ну, там не бросается, не бросается. Ну, здесь бросается, там нет.